Всем привет! Вы на канале V&G Build House. И меня зовут Виктория. А еще у меня есть мистер Геннадий, с которым мы строим наш дом. И сегодня мы будем делать плитку класть. Смотрите. О, вот с таким вот растворищем. И я буду это делать в первый раз. Ну что, вы готовы смотреть? Поехали! Хочу сказать огромное спасибо всем ребятам, которые подписались на нас, за то, что вы ставите нам лайки, поддерживаете нас. Знаете, как это мотивирует? Спасибо вам! Джессика, ты куда бросишься? Ты собираешься работать? Нет, нам надо работать. Посмотри. А ты бросишься? Нет, тоже нет. Будем работать. Да, сегодня вечер, суббота. У нас... Сейчас мы кладем вот так вот, здесь угол, понимаешь?
И дальше еще одну плитку угол, потом большой, и так пошли. Ну давай. Вот таким вот образом. Значит, для угла, соответственно, начинаем вот эту плитку, потом эту плитку, потом эту плитку, потом эту плитку. И потом опять так. Понятно? Давай, поехали. Мажешь плитку. Ага. Берешь раствор. Угу. Когда-то давно я уже мазала, но вот. Уже я и, не помню. Вот этим вот шпателем немножко, много не намазывая на всю плитку, и протирать вот так вот шпателем. Так, подожди, давай я вспомню, что вообще надо делать в этой жизни. Намазывать. Вот так вот, на 4 угла? Нет, полностью намазывать. В этот раз полностью? Да. Он когда-то делал не так. Когда-то было. Когда мы были с тобой моложе, мы делали не так. О, боже мой. А как мне его? Просто вот так размазывать на всю эту штуку? Просто размазывать. В общем, наверное, я что-то делаю не так. Ну ладно, на всю так, на всю, блин. А много надо этого слоя? Нет, немного. Мне кажется, я многовато делаю. А зачем ты мне сказал, что тут другой шпатель? Это гребенка, чтобы было, как граблями прошлось. Сделала. Что я делаю не то, это 2 часа. Вот борозды. Борозды мои. Вот так просто беру и все, правильно? Или нет? Или надо еще вот тут тоже? Ёпарасы, ты как, я это давно не делала? О! Кажись, у меня получилось. Не торопись. А ты что, еще не готов? Нет. Можешь сразу же убрать. А, ты там тоже мало. Ну, что здесь торопиться нельзя. А зачем я буду вот это вот опускать, эту штуку? А чтобы у тебя нормально проходился, гребенка проходила с нами. Понятно. Вот так вот делается положение. Хочется, чтобы было все аккуратно. Я все летаю. Вот. Ребята, пока мой мистер Геннадий там что-то делает, я вам расскажу одну маленькую историю, наверное, поучительную для мальчиков, ну и для девочек тоже. В общем, было 14 февраля недавно. Мы уже притерлись такие, да, спокойненько, все люди отмечают. А мы утром проснулись, поцеловали друг дружку, ну типа с 14 тебя, да и все. Ну и все, ушли работать, работаем такие. Смотрю, одна выкладывается с цветами. Вторая с духами. Третья еще. Думаю, да ладно, что, каждый год у меня тоже какие-то подарки. Думаю, ну ладно, ну не каждый же год так любит. Тут наступает вечер. Такая, думаю, да. Чего-то как-то грустновато мне стало. Ну вот, хотя вида не подаю. Такая, думаю, да, Геннадий Алексеевич? Вот. Потом все-таки захотелось мне какого-то внимания. И на следующий день все-таки я высказала своему мистеру о том, что я девочка еще. И все-таки мне очень-очень надо внимания, чтобы мальчики об этом не забывали. Потому что пусть это будет мелочь какая-то, совсем маленькая, одна розочка, еще что-то. Ну, в общем, я так намекнула, я ничего не устроила, скандал нет, ну что. Я такая просто, ну вот, давно, Ну и, в общем, на следующий день у меня сюрприз. Вечером я отвела занятия свои, поработала. И тут такая, захожу в комнату, а там розочки. Ну, в общем, все-таки это повышает мотивацию в семье. Пусть маленькое внимание. Не надо дорогих духов, если их нет. Ну, все-таки примите это к сведению, мальчики. Да? Вот. Вот такая у меня история произошла. В общем, мы не поругались. Я думаю, что мы бы и так, конечно, не поругались.
Мы ведь и так друг друга все любим. Но внимание не помешает. Вот, я уже готова. На, о, видишь, как мы работаем с Денисом. Тандем хорошо. Давайте покажу немножко поближе, что мы тут делаем. А делаем угол, да? А он не сильно такой вот сухой? Нет. Нет? Нет, он такой должен быть? Должен держать. Угу. Да, когда-то давно мы делали и квартиру ремонт, да, в своей трешке. Уже много ремонтов сделали. Теперь у нас еще целый дом. Впереди, да? Сегодня у нас суббота, такой денечек, вроде бы выходной, не выходной. С утра работала, у меня были ученики. Следующий клип. Да? А, ты так быстро сделал. Ого. А какой, вот это брать? Да, следующий. Так, а тут я замазал. Следующую плитку. Вот, веселее будет работа идти, если бы мы включили какую-нибудь музыку. Ну ладно. В следующий раз мы в молодости включали музыку. И под музыку прям моментально все делалось весело и быстро. День у нас прошел сегодня хорошо. Главное быстренько менять события, чтобы ты не делал одно и то же дело целый день, потому что потом это надоедает. Вот, а так немножко поработал, немножко что-то приготовил поесть, поразвлекался. И к вечеру у нас новое развлечение. Это наш дом. Когда-нибудь мы сделаем нашу ванную комнату. Не, ну плитку класть это уже вообще классно. Это уже приятно. Потому что ты понимаешь, что ты скоро увидишь результат. Так вот, главное работать в удовольствие, чтобы тебе этого хотелось. Пусть это будет всего часик, мы обычно это делаем так. Если мы уже устали, мы начинаем ворчать друг на друга. Вот, находятся разные причины, может быть просто одно слово и понесло. Поэтому, если ты чувствуешь, что ты начинаешь уставать, срочно меняй свои дела. Займись чем-нибудь другим.
общем, смотрите, зарядочка такая. Пока мистер Геннадий делает, мы с вами можем ее разучить. Вот смотрите, вот это hands. Ручки вверх. Up. Hands down. Hands up. Hands down. Hands to the hips. Sit down. Hands up. Hands to the sides. Потом делаем turn around. Это значит повернуться. Turn around. Еще раз повернуться. Бэм-бэм. Здесь тоже, конечно, нет, но вы можете разучиться с своими ребятами или делать с нами это просто. One, two, three, hop. One, two, three, hop. Ну, в общем, такая вот хорошая девочка. Неделя у нас с кофе, месяц и сегодня. Тихо, не буду. Так, там дальше тоже. Следующий, да. Прыжочка, второй. Вот скажите, вы согласны, что человек должен попробовать всего в своей жизни? У нас он не может быть мальчиком во всем. Он делает кучу ошибок. Но все, как вы думаете? Или стоит попробовать разные сферы в своей жизни? Или пусть он выбирает только свой один путь и идет по этому пути. А если ты не можешь выбрать свой путь и много-много экспериментируешь, выбираешь, тебе кажется, что это, а потом тебе кажется, что нет, ты не можешь. То есть у меня такая философия мысли. Как вы думаете, что это комментировать или выбрать еще один путь или следовать всю жизнь? Пишите в комментариях. Что там, масса чего-нибудь? Да, следующая. А какую? Следующая. Следующая, это какая? Следующая. Вот это? Нет. А, так вот. Так вот. Так вот. Вот видите, как иногда трудно понять друг друга. Вот он говорит, следующая. А я думаю, какая? Потому что у нас разные полюса у женщин и мужчин. Да? Мы живем на разных планетах. Да? Вы на какой планете живете? Планета Земля, да? А мы на Венере. Планета всех планет. В общем. Чтобы веселее шла работа, представьте, что это тортик, который намазывается кремом. Thank you.
Вот иногда он бывает такой дотошный. Вот я говорю, раз и все нормально. А ему надо все вымерить. Вот все вот такие дотошные мальчики, а? Может, я тебя сейчас прибью вот так об ладошу? Стой, секундочку. Нет, я тогда лучше стану на стульчик вот так, чтобы тут немного повыше. Да? Вот встань сюда ко мне. Стоять. Посмотрим, да, кто сейчас будет выше. Вот, смотрите. Почти. Синенький это что? Да. Это целая коробка вот таких вот штучек. На. Черненький тебе не надо? Черненьких у меня полно. Черненьких. С каждым разом их будет больше. А синеньких? А синенькие ломаются. Отламываются. Сейчас скажу, что это такое. Это система выравнивания плитки. Микс. Клипсы. Вот что это такое. Тут 800 штук. 1,0 миллиметра. Называется, как быстро и качественно вложить клипс. Такие клипсы, которые зажимают. Вот они. Целая коробка. 800 штук. Интересно, хватит нам на эту ванну или нет? Этих 800 штук. Не хватит. Мне кажется, хватит. Аж целых 800. Ну, знаешь что, их нужно по-хорошему, когда плитка в середине. Целое коробище. Плитка в середине, то 8 штук нужно на одну плитку. 8 на одну плитку. Вот, а мне кажется, нам хватит все-таки этой коробки. Здесь прям 400 и 400. Ну ладно. Точно. Так, раствора у нас маловато. Давай я этот раствор выможу сейчас там. Давай. И новый заведу. Угу, на. Там вверху, да, вот это вот, когда ты не достаешь, и начинается лазание.
маски масло. Меня будет такая фраза.